Приветствую вас на канале Asmodee Play. Это канал, где мы играем не только в новые, а в основном в старые игры, чтобы доказать, что и старые игры — это тоже классно. Потому что не у всех мощные компы. Не все во все игрушки играли, как выглядит и что поиграть. Многие не знают, так вот, смотрим. Итак, мы играем Халва 2 сейчас. Half-Life 2. Закроем винтель. Огонь окончен. Давай, пошли. Пойдем, ребятки. Так, что у нас здесь? Вот здесь. Смотреть надо аккуратнее. Один раз рычаг пропустил, так перепрыгивал потом. Ё-моё. Да. Так. Войнушка. Ой-ой-ой. Так, загрузка. Войнушка, блин, все, пацаны отстали. Мои детишки. Так, куда нам? Сюда, туда. А, еще и выпрыгивать можете, да? Можете выпрыгивать или не можете? Сразу говорите, к чему готовиться. Так. Там глубокая дыра. Это я насрал туда. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Убили негра, убили негра, убили. Так-так-так. Вот сюда. Нифига не так. Давай. Раз мы уже знаем, что там ни хрена нету, мы сразу тогда вот так, вот так, вот так. Не хочу вот из-за вот этой глупости вот терять свою жизнь, потому что, извините, когда у тебя 100 и 100 было, а потом тебя все отняли за раз. Это, знаете ли, это, знаете ли, слишком. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Я что-то сделал не так? Падла, они моих детей гасят. Так. Подождите, мы тут все собрали? Тут ничего не надо было? Да нет, вроде ничего. Ворота закрыты, ладно. Блин, блинский, вот отсюда вот. Сейчас. Да. Не надо, не надо. Это все-таки мои ребятишки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Это что у нас? Вау, вот она! Блин, какая радость, прям бальзам на душу. Немного брони. Раньше была по полтинник, а сейчас, смотрите, 75 в прокачке. Ну, это ли не радость? Да? Играем, гаси всех под группу Арктида. Хорошая группа. Ага, ага. Ну давай. Да. Кто здесь? Чё, никого? Удивительно. Так, так, так. Они гасят всех, кто приближается. Блин, блинский. Вот так вот. Будут ли вот они на моей стороне? Нужны ли они мне там? Пока оставим. Мало ли. Так, куда мне тут? Но, отпускайся.
Ой, давно вас не видели. Кто вы, тентакулы или как вас правильно-то? Ой, блин, значит, их надо было убирать. Так, перед тем, как ныряем, возвращаемся. Давайте вот сюда поставим. Мало ли, когда они нам могут понадобиться. Пусть пока стоят. А мы вот сейчас... Стоять? Ящичек? Давай. Как это без подарка-то? И еще. Молодец. Вот так. Ой. Блин. Нифига. Так. Угроза вторжения. Рапорт воздушной разведки. Во вторжении может участвовать все. Наземным силам оставить сдерживание внешней угрозы. Ожидайте коды корректировки. Так, коды корректировки. Вот, вы покрошили их здесь. Ой. Кто-то где-то что-то гасит по мне, да? Вот. Все понятно. Где и что по мне гасит. Так. Ладушки. Так, она, подожди, стойте, она вообще туда надо? Посмотрите, там вот что-то есть. А, нет, не надо. Прошу прощения. Нам туда не надо. Так. Заходим, что мы видим. Безобразие. Блин, всех порешали. Вода закрыта, да? Так, ладно. Есть одна небольшая идейка. Так, она сюда надо? Минутку. Что у нас там? Вау! Соточка. Наконец-то, вот. Так, ты со мной. Так. Будешь ты действовать, а там нет? Тихо, тихо, тихо. Давай еще разок. Блин, чуть не укусила хрень. Во. Бесполезная железяка.
Вот здесь будешь лежать. Итак, идем. Ой, не нравится мне это. Да ни хрена не так. Блин, близкий. Что еще тут есть? Где ты? Воу! Ну-ка, если вот так попробовать сразу. Ну, всяко меньше так. Вот так. Внутренним отрядом сдерживания Нова Роста ликвидировали своих заключенных в блоке A7. Запретить... Что у нас здесь? Контакт. А, это вы? Оу, пришли. Пришли, когда уже все кончено. Я хочу вот это отметить факт. Давайте соберем. Всех вас вместе соберем. Так. Итак, дверку расчистили. Вау, ты меня напугал, да? Давайте. Ой. Давайте, гасите этих тварей. Вот так. Всех победили. Ну неплохо. Смотрите, гасят всех. Ну-ка назад. Маленечко назад. Давайте. Давайте. Не надо просить. Ни поддержки, ни пощады. Что вы за жалкие существа?
Так, а что у нас здесь? Не-не-не-не. Если бы я знал, что вы выйдете. Блин, а как так-то? Вот так. Так. Да извини, что ты мне под руку-то лезешь? Так. Они его здесь пытали. Не хотите? Вот так вот. Ох ты, смотрите, а я как оружие-то хорошо подобрал, да? Так. Подождите, пацаны. Вон туда, давайте. Давайте, ребятки. Туда пока. Так, где-то что-то, что-то поменялось. Вот сюда. Так, там у нас... Какая-то... А, это эти гранаты, ну... Они, кстати, такие своеобразные, ими надо уметь пользоваться. Вы за мной идите, а не передо мной. Передо мной только... Вау. Ну давайте. Да. Нормально? Что я тут натворил? Вот так вот. А вот теперь я могу сходить и взять этот. Вот этот шар. Опаньки, и взял. Так, вы мне почистили дорогу? Ребята. Расчистили или нет? Давайте посмотрим. Так, это я вот сюда поднимаюсь, потом сюда. Вау. Чуть без арбалета не остался. Так. Понятно. Все-таки я правильно шел сюда. Вот сюда. Ни хрена не так. Это как подстава подстав. Потерь. Подождите, это не так делается. Ну-ка, могу ли я сбить это пистолет вообще первоначально? Давайте посмотрим. Отпустите меня! Так.
Нет, так не получается. Тут надо что-то... Да уйдите вы нахрен! Так. Контакт потерян в блоке Пичу. Развернуться, усилить, перехватить в блоке Пичу. Дайте вам. Вот так вот. За всю хрень, что вы мне сделали. Да. Так. Ой, ё-моё, ну да. Ну да. Давайте посмотрим, какие мерзости и пакости они нам еще устроили. Давайте, давайте, ребята. Загасите этого козла. Он причинил нам много зла. Ну, вроде неплохо, неплохо. Все, загасили? Молодцы. Вот так вот. С жуками шутки плохо. Так, а кто? Жуки, зохали, зорги. Как их цивилизация-то называется? Уж забыл. Жучи это. Так. Давайте. Да ёж ты мать-то. Давайте, давайте. Дети мои, гасите их. Если что, я вам помогу. Вот так. Блин, нифига, ты как вылез-то? Я же вот вроде уничтожал всех. Да. Вот так. Давайте. Меня строго спросили за эти недостатки в работе. Вперед! Ой. Так.
Давайте, ребятки. Нормально. Все? Сожрали? Ну, приятного вам. Приятного вам. Так. Ну-ка. Провал миссии? У меня-то еще нету провала. Блин. Так. Ну-ка, давайте сюда. Вот сюда вам. Так, все нормально. Не надо. Так, ну тут безопасно. Там вы разминировали уже. Так, так, так. Воу, ни хрена себе. Давайте, давайте, давайте. Все туда. Съели? Ой. Так, что здесь? Ничего нету? Ой. Вот у меня сверхчеловеческий отдел. Еще разок так вот. Позволю себе сказать напрямую, что я сожалею о необходимости омрачить их. Давай. Обнаружена кровопотеря. Они меня еще и убить хотят, твари. Является событием исключительной важности. И хотя в помощи без особого труда могли бы схватить его в последние несколько лет, то в такой момент он что-то схватил сразу больше моего сына старого товарища города Фримена. Не мог не остаться незамеченным участниками сопротивления. Ай-яй-яй-яй-яй. Смею предположить, теперь подумает дважды, прежде чем приютить доктора Фриза. Некоторые усомнятся в его преданности, другие отвернутся от него или даже отдадут его нам. Наверное, не стоит на это слишком рассчитывать. Вот так вот. Именно такова, что давайте подпитаемся. Мы так-то мы долго идем. Долго. Это мы еще только по одному комплексу идем. Которые я должен до вас донести. Конечно, не в моей так, юрисдикции. Ну, вроде все. Критиковать специальные подразделения. Заткнись. Но это не освобождает. А у нас точно здесь ничего нет? Ответственности за их недавние промахи и откровенные ошибки. Так, нам сюда. Работе, а или сюда. Ага, вот сюда он. Вот здесь, где кровавое месиво. Кто-то же их... А, таракана, наверное, вы и побили. Давайте. Так, что-то взяли. Ну, для пистолета. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте все туда. А я пока... вас прикрою. Вот так вот. Видели, как я прикрыл? Моральная поддержка тоже много стоит. Так, идем, идем, идем. Ой-ой-ой. Понятно. Да, твою ж мать-то! Так, мне надо что-то, чем можно пробраться. Так вот, прикрыться.
О-о-о-о, как я быстро успел. Давайте, я его туда же кинул. Итак, начали. Ой-ой-ой. Ладно. Давайте. Давайте, давайте. Уже хорошо. Все. Ой-ой-ой, нет. Подожди. Давай. Да. Вот так вот. Против такого рабы. Куда вот он? Так, где куда? Нет пути назад. Безумству. Так. Бля. Вот кого-кого? Вот тебя-то видеть я не хотел. Давайте туда. Давайте, давайте. Не стесняйтесь. Ага. Ну-ка, давайте-ка. Давайте-ка посмотрим. Что у нас там? Что ты мне тут предлагал? Ради чего стоило сюда идти? Нифига, ничего там стоящего нет. Вот там и стой. Это если в обход бы я бы пошел, да? Предполагалось. Давайте, дети. Фас! Давайте, давайте. Ой-ой-ой. Бежи. Итак. Куда там? А, сюда нам не надо, понятно. Туда, если что, потом, как-нибудь.